наш праздничный стол и часть подарков, которая была вручена мной родителям и родителями мне, и там тетя, ну, в общем, другим родственникам. Все выглядит именно так, симпатично, красиво, аккуратно. Естественно, были не материальные подарки, но они будут рассматриваться мной несколько позже. Спасибо вам за внимание. Тут также и стол указан, как выглядел наш. Приятно и со многими стандартными вкусными блюдами. Спасибо, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки. Поздравляю с новым 2022 годом, желаю счастья и здоровья. Вам навсегда, собственно, на этом все. И желаю приятных выходных, долгих или коротких, как уж получится. Наш праздничный стол и часть подарков.